получат аппликацию, и у них будет возможность заплатить за все и показать всем, что FlipMe – это следующая большая вещь. Дамы и господа, мы пришли на третью часть. Я хочу пригласить на этот разговор мистера Кристи, а потом мы продолжим с венгерским суперстаром. Перед тем, как я дам слово Кристи, я надеюсь, что все понимают, что это наша топ-позиция в Mari Global. Этот молодой человек построил человек, у него более 150 тысяч человек по всему миру. Я хотел попросить мистера Кристи присоединиться к нашему разговору. Кристи, ты здесь с нами, Кристи? Конечно, где еще могу быть в этот момент? Где еще могу? Это самое лучшее место быть здесь. Давайте пошлем сердечки для нашего румынского суперстара Кристи. Кристи, расскажи нам немножко, что ты думаешь о проекте как FlipMe, Lotoday и новости, которые мы слышали сейчас для твоей команды и для всей твоей организации. То, что я думаю, что это очень хорошо, когда мы начали Ультрон, сейчас мы уже имеем Lotoday и FlipMe для всей команды. И в принципе, то наша команда уже 210 тысяч человек, а не 150. Но сейчас все Black Diamond получат карты, используют ее. FlipMe карты используют, и они заплатят. И они будут платить ULX и USDT. Это будет геймченджер, просто геймченджер для всех. Потому что в этот момент, потому что вы увидите, в чем вы платите? Вы платите фиатными деньгами или вы платите вашим стекингом NFT? Потому что они вам дают монеты, и потом вы можете ими платить. Это будет просто геймченджер, изменение всех правил игры. И в ту же минуту все транзакции, которые на Ультроне, они просто пойдут вверх. И в конце концов я буду использовать это тоже в FlipMe. Это будет геймченджер для всей сети. Потому что все хотят увидеть, что это все работает. Когда они начнут платить монеты ULX, и они будут покупать воду, это будет геймченджер. И я уже не могу дождаться этого. Кристи, спасибо тебе большое. Мы понимаем, мы хотим доказать, что мы работаем с настоящей технологией. Что будет следующие 10 месяцев с Mari Global? Ты говоришь, с Mari или с комьюнити? Ультрон, FlipMe, Loto. Они доказали уже за последние 18 месяцев, что то, что они говорят, они предоставляют это все. И все должны зайти и быть в подсознании, что это все работает, и они часть этой системы. И что все, что обещают, потихонечку, шаг за шагом, все делают, все предоставляют, как бы. И все остальное тоже будет. И мы можем быстро построить сеть. Потому что время идет против нас. Почему? Потому что рынок очень большой, быстро растет. И эти люди, которые делают бизнес, наш фокус как сеть, 99% построить сеть. Почему? Потому что сейчас, если вы не верите, то тогда вам надо пойти к доктору и проверить, что с тобой не так. Потому что вы доказали уже, все работает. Когда вы на 100% настроены, на 100% построить сеть, это все может поменять всю вашу семью на много лет вперед. Поэтому надо строить сеть. И сейчас это будет геймченджер, сейчас будет миллион людей в сети. Кристи Китик, последний вопрос, пожалуйста, для тебя.
куда ты в следующий раз едешь и на чем ты сейчас сосредоточен. Какая твоя задача? И куда твоя команда идет? Я хочу, чтобы у меня за 5 лет было 10 миллионов людей. Это будет сделано, потому что FlipMe, LotoDay и все остальное будет сделано 100%. Я в этом уверен. И у меня... я хочу быть в более 100 странах. Потом Джамейка. В общем, я иду по всему миру на 3 недели. А потом мы пойдем в Канаду. И идем по всему миру. 10 миллионов надо кататься по всему миру. Да, потому что это поменяет всю... это поменяет всю хронологию моей семьи, мои дети, мои внуки. Я не могу спать. Я постоянно просто работаю. Потому что я знаю факт, что заключается в том, я сейчас обязаюсь строить бизнес сегодня. Почему? Потому что это не важно, что я Royal Ambassador. Я строю сейчас, потому что этот маркет... потому что если я засну, то кто-то другой возьмет моих людей. Я желаю тебе, чтобы у тебя было хорошее пользование FlipMe. Спасибо тебе, что ты пришел на этот звонок. Global Star Club. Возможности безграничны.